Итак, всем привет, ребята, с вами снова Зайка Вера, и настало время подвести итоги, показать вам всю мою коллекцию залипак овощи. Давайте же скорее смотреть, что получилось, поставим большой лайк, мне будет приятно. Итак, начинаем. Итак, первая хохотушка-веселушка — брокколи, вот такая вот роскошная, с улыбочкой, с потрясающей, я бы сказала, невероятной прической. Сколько же шариков нам с вами пришлось слепить, но оно того стоило. А далее у меня в руке зубастая морковка с большой такой выразительной прической, с когтями, с зубами. Такой, я бы сказала, практически морковный монстр, да, получился? Потрясающая поделка. А это улыбчивая девчушка, цветная капуста. Такая сидит себе, юбочку свою из листьев разложила, да? И тут тоже, конечно же, смотрите, какая куча, куча белых шариков. Да, очень красивая, интересная поделка. А это красавица редиска. Тоже у нее такая прическа, да, хипстерская такая вот. Взъерошенная, модная. И, в общем, схватилась она за голову, о чем-то таком думает. А это малыш шампиньон. Он всегда ходит в шляпе. Мы с вами делали ему специальную морщинку, трещинку, чтобы он был похож на настоящий гриб. В общем, легкая и в то же время очень интересная залипака. Ну и наш недавний малыш Келли, похожий на редиску, или на редьку. В общем, давайте с вами разберемся, что же это за овощ.